Цей Майдану, я вже віддаю свій мікрофон спікеру. Є одна ідея, яку я повинен озвучити перед лекцією. Зараз будуть розказувати про дуже провідну технологію, яку ми можемо використовувати прямо зараз. Є така провокативна ідея спробувати зробити вибори в Києві за допомогою цієї технології. Ми всі давно потребуємо мера. Тобто слухаємо уважно, і якщо ідея здається, якщо ідея кажеться нам вміняємою, то мы потом собираемся после лекции где-то в отдельном месте, обмениваемся контактами, представляться можно как угодно, главное, чтобы можно было вас найти, и пробуем сделать команду, которая в состоянии провести выборы мэра Киева. Но это такая затравочка перед лекцией, чтобы было интересно. Все, спасибо, Марина Вайсбанд, я прошу открытый университет Майдана. Привет, университет! Так, сначала извиняюсь, я из Киева уехала 20 лет назад. С тех пор жила в Германии. Про Liquid Democracy, текущую демократию, рассказывала на немецком языке и на английском, а сегодня премьера по-русски. Так что если вам что-то непонятно или что-то кажется глупо, это все язык, это не я, это язык. Поправляйте, задавайте вопросы, это будет открытый... Вот, но сначала я представлю идею, почему я вообще вернулась сюда. Потому что на моей родине случилось что-то очень необыкновенное. Люди вышли на улицу, люди собрались, и люди начали принимать ответственность. Единственное, чего не хватает, люди между собой не общаются. Люди структурированного диалога не ведут, чтобы найти общие решения, политические. И я здесь, чтобы предложить вам систему. Систему, которая пробуется в Германии уже лет 6. Систему, которая теперь распространяется в Америку, в Бразилию, в Австрию, в Италию и так дальше. Система жидкой демократии – это просто новая форма демократии, которая обходится без политиков. И я вам расскажу, что это, как это работает. Принцип. У каждого из вас есть голос. Представьте себе, я каждому из вас дам по апельсинке. Этой апельсинкой вы можете голосовать. Особенность, что вы свою апельсинку можете сами сдавать, а можете дать соседу, можете дать учителю, можете дать кому-нибудь, кто лучше разбирается, чем вы сами в теме голосования. У него будет две апельсинки, два голоса. Он может голосовать. В любой момент вы свою апельсинку можете брать себе обратно, давать кому-то другому или самому голосовать. То есть элемент прямой демократии, вот красная стрелка наверху, есть элемент репрезентативный, причем через несколько ступенек. Я могу дать тебе мой голос, ты можешь дать ему, и тогда у него будет три. Мой, твой и его. Особенность в этой системе, что, во-первых, образуется сеть. В этой сети власть собирается у тех, кого субъективно воспринимаем компетентными, честными людьми. Как только они делают что-то, что против нашей воли, мы у них голос просто прямо забираем. Во-вторых, особенность, что здесь, в этой системе, на самом деле нет власти. Потому что власть — это всегда, когда кто-то может делать что-то против моей воли. В этой системе есть доверие. Я не разбираюсь в политике Украины точно. Я бы свой голос кому-то делегировала. Потому что просто у меня нет ни времени, ни сил постоянно заниматься политикой в каждой области, в каждой теме. Поэтому делегация есть. Но это доверие. Это не власть, которую я выдаю из рук. Вот это генеральная идея, а теперь, конечно, вопрос, как это осуществить вот совершенно конкретно, реально. Это возможно только с тех пор, как у нас есть изобретение интернета. Потому что создавать сети интернет может очень хорошо. Я сейчас объясню, как этой системой можно пользоваться в областях, где компьютеров нет, например, здесь на Майдане. Это возможно. В Германии мы пока что пользуемся программой Software Liquid Feedback. Он выглядит примерно вот так. Это просто страничка, на которую выходят. Разные темы есть. Мы этой системой пользуемся в пиратской партии Германии. И темы у нас какие? Социальные есть, есть городострой, есть разные-разные области политических тем именно.
И я могу ставить свои идеи, свои предложения. Каждый может ставить свои идеи. Что происходит с идеями? 100 людей ставят какие-то инициативы. Нам надо сделать это, нам надо сделать то. Первым делом, то есть каждая инициатива проходит 4 фазы. Эти 4 фазы могут длиться где-то от 6 дней всего. Это самое быстрое, как мы можем найти общее решение. До нескольких месяцев при очень-очень важных решениях. Первая фаза – фаза фильтра. Надо, чтобы минимум 10% участников в системе, эту цифру можно поменять, но какой-то процент участников сказали: «Да, эта инициатива имеет смысл, это не мусор, это не хулиганство, а это нам стоит про это поговорить». Только эти инициативы проходят в следующую фазу. Все остальное отбирается. Здесь отбирают люди, не какое-то центральное место. Вторая фаза – обсуждение, дискуссия. Она работает не совсем открыто, потому что открыто ругаются на друг друга. Ты дурак, нет, ты дурак. Такой дискуссии мы не хотим. Эта дискуссия структурирована. В эту дискуссию можно ставить предложение изменения. Если, допустим, инициатива «Мы хотим для всех клубничное мороженое», тогда кто-то может ставить предложение «Да, я с тобой согласен, но, пожалуйста, напиши, кто это должен профинансировать». И я вижу, ага, у меня 50 людей, которые, в общем-то, за мое предложение, но хотят вот это изменение. Значит, я беру и меняю свою инициативу, пишу туда, как это финансируется. И потом люди с этим могут соглашаться. А если они совсем не согласны, они могут сделать инициативу напротив. Мы хотим шоколадное мороженое. Вот, то есть это в этой фазе как бы инициативы и контринициативы появляются. И предложения к изменениям, насчет них тоже голосуют. Да? Какая у этой системы польза? Мы можем строить глобальные сети между людьми. Мы можем, допустим, поставить Liquid Feedback Майдана. Мы можем поставить Liquid Feedback Абалоне, что вот сейчас в проекте. Мы можем поставить Liquid Feedback Мира, где все, допустим, работники соединяются и разговаривают о идеях, которые они хотят продвинуть. Эта система не зависит от государств. Она может давить на государство, она может давить на правительство, на оппозицию. Потому что вот они видят, о, 90% населения за это, за этим энергия стоит. Но это не просто вышли какие-то экстремисты на улицу, а тут можно доказать, что это 90% страны. Этой системой можно пользоваться в каждой инфраструктуре, где просто люди собираются и демократично решают свои вопросы. В школах, в союзах, в бизнесах. И, по-моему, вот именно сейчас, когда люди выходят на улицу, у нас эта ситуация была, у нас был Occupy, были арабские революции в Турции, в Испании. Люди выходят на улицу, они там сидят, потом им становится холодно, они опять уходят, и часто без следа. Нужно что-то, что остается. В такой системе она как цифровой Майдан. В ней могут участвовать и те, которые не готовы мерзнуть, и те, кто болеют. Из больниц, из школ, отовсюду, с рабочего места. Вопрос конкретно. Я прихожу вот конкретно на Майдан. Как организовывать эту систему, когда практически компьютеров нет? Или когда много людей участвуют, которые не умеют пользоваться компьютером, которые не хотят вникать в детали этой системы. Мое предложение такое. Мы только что сидели с ребятами, это обсуждали. Делайте две палатки. В эти палатки можно приходить на аккредитацию. Здравствуйте, я Марина Вайсбанд. Я хочу участвовать в Liquid Feedback. Дайте мне, пожалуйста, аккаунт. Они мне выдают номер и записывают мое имя, что я зарегистрировалась. Я беру этот номер, иду с этим номером во вторую палатку. Там говорю: вот мой номер, дайте мне, пожалуйста, другой номер, чтобы никто не узнал, кто я. Я получаю свой номер, и это тогда уже мой голос.
Я с этим голосом могу идти в интернет и говорить, я такой-то номер, и я хочу продвинуть инициативу или тут проголосовать. А я могу идти к людям, которые, допустим, вот тоже на Майдане сидят, у которых стоит компьютер. Я могу сказать, у меня предложение, что мы можем делать, я вот тут накалякала на бумажку, пожалуйста, отпечатайте за меня. Они за меня ставят мое предложение. Или я хочу проделегировать свой голос. Пожалуйста, проделегируйте на такого-то, такого-то. Они делегируют. Мне компьютер при этом вовсе не нужен. Делегировать можно глобально. То есть я просто, как вот сейчас, я избираю президента и глобально ему отдаю всю свою власть. Могу сказать, вот я тебе доверяю просто без границ. Я тебе полностью во всех темах. Я думаю, что ты эксперт во всех темах. Или что ты можешь распределять мой голос правильно, потому что ты его можешь дальше делегировать. Или я могу по темам. Я не разбираюсь в финансовой политике, но я знаю, моя мама разбирается в финансовой политике. Или вот этот вот политик, я ему доверяю. Или ему делегирую свой голос. В этой системе есть огромное преимущество. Она разрешает народу заниматься своими делами, заботиться о семье, работать, но при этом никогда не терять свою власть. Я вам очень предлагаю немножечко этим заняться. У вас есть в Киеве очень классные люди, которые этой системой уже занимаются достаточно долго и которые могут нам помочь установить такую систему для Майдана. Это не должно идти через какие-то верха. Это должно исходить от людей, от каждого из вас. И еще красота в этой системе, что она, допустим, вот сотни, она очень красиво может отображать. Потому что все, конечно, вот если вы говорите, у нас есть начальник у нашей группы, так делегируйте ему все свои голоса. В этой системе отображается любая структура. Она совершенно свободна. Это мое вам предложение. Я теперь открываю для вопросов на обсуждение. Пожалуйста. У нас есть какой-то второй микрофон случайно? Он тоже со шнуровым. Ну тогда зададите вопрос, я повторю в микрофон. Как можно избежать того, что рано или поздно может случиться такое, что вот эта система возвращения себе своего голоса может быть закрыта, ну, мало ли, в конце концов, если над системой все равно есть какие-то администраторы, те, кто управляет ей, может появиться какое-то искушение, чтобы сделать сложным путь возвращения себе голоса, что, ну... Система должна быть открытой. Эта система построена так, что нет ни одного человека с властью над этой системой. Код, софтвер открытый, все его видят, все видят, как его можно менять. И администратор один есть. Но, допустим, в тот момент, когда сервер принадлежит кому-то другому, уже у вас есть разделение власти. В крайнем случае, если администратор сломает вашу систему, вы через день посадите на новый сервер новую систему, и красота. Вопрос, пожалуйста. Как технически осуществляется наделение голоса и отзыв этого голоса? Технически вы кликаете на аватар вот того номера, на которого вы хотите делегировать, вы говорите, вот я ему хочу глобально дать свой голос. Или кликаете просто. Система это умеет. У нас уже есть готовый софтвер, который... Он уже готов. И точно так же одним кликом вы можете в любой момент голос брать обратно. Это не тяжело. У нас в стране очень большая проблема. Это мертвые души и голосование, формирование голосования за счет мертвых душ. Как Германия с этим поборолась? Насколько я понимаю, открытая программа, есть возможность злоупотребления голосами, союзки, там, возможно, какие-то там... Я вам врать не буду. Манипуляция всегда возможна. А в Германии мы эту систему ставили как партия. И, конечно, там надо любым способом исключить точно манипуляцию, и мы поэтому пользуемся открытым именем. Я считаю, что здесь этого делать нельзя. Слишком опасно. Тут политическое мнение связано с именем, и это навсегда, поскольку в интернете. Я не думаю, что это можно делать. Во-первых, ботов ставить не так просто в этой системе, если есть аккредитация вот
мне надо прийти куда-то, я тогда только получаю номер. Это очень безопасная, относительно очень безопасная система. Плюс у нас есть опыт, что если в этой системе что-то случается кривое, это моментально видно. Потому что у этой системы есть характеристики, как развиваются большинство, и если оно вдруг прыгает, это очень видно. Пожалуйста. Повторю вопрос. Вопрос, как юридически можно привязать, например, мэра к решению этой системы? Пока что нельзя. То есть, если вы не устроите, либо не поменяете конституцию, либо устроите новые выборы и изберете людей, которые вам подпишут договор, что они всегда будут слушать этой системы, у вас это не получится. Но не забудьте, что нет власти на свете больше, чем людей, которые между собой связаны, которые нашли большинство и которые в крайнем случае готовы выйти на улицу, занимать здание и все, что вы уже делаете. Эта энергия у вас уже есть. Вы можете давить на каждого политика. Чего вам не хватает, это конкретных политических требований. Не слышно. Мне кажется, что это очень правильная система, но это только средство, потому что ключевое это определить, какие вопросы мы рассматриваем. Потому что выборы мэра, мне кажется, странно проводить через эту систему, потому что это мэр это только тот человек, которому мы просто отдали все апельсины. То есть зачем нам все вместе решать, кому мы отдадим апельсины таким сложным путем? На самом деле у нас в стране не принимаются, не решаются ключевые социальные вопросы. Из серии, как мы относимся к миграции, как мы относимся к Евросоюзу, как мы относимся к, я не знаю, к привилегиям депутатам или к привилегиям милиционеров. То есть все эти, или как мы, какую мы хотим систему здравоохранения, какую систему социальных вопросов. То есть если для Германии и для других стран эти вопросы идут на голосование, люди голосуют за партию, потому что она определяет, ну, более-менее, теоретически, потому что она говорит, мы хотим мигрантов, то в нашем случае мы просто голосуем за бренды. Красивый дядя или некрасивый, высокий, с косичкой или без. То, по сути, здесь это очень правильная система. Тут вопрос у меня к вам. Был ли момент, когда люди говорили стереотипно, то есть фактически голосовали за те вещи, которые были привычны? То есть мы привыкли, что Украина аграрная страна. И поэтому давайте развивать сельское хозяйство, вгатим туда все инвестиции. Ну или мы привыкли стереотипно относиться там к геям плохо. Давайте запретим, закроем резервацию. Было ли этот момент, и как вы это преодолевали? Нет, такого момента не было. Потому что социальная система этой страны ломается не под тем, что привыкли так. Привыкли плохо выстраивать экономику. Это нет. Она выстраивается так, потому что у тех, кто принимают решения, есть прямые интересы ее именно так выстраивать. У людей, у самих интересы совершенно другие. И поэтому именно эта система и именно вот, дискутировать на содержательном уровне, не избирать людей, не ищите людей, которые за вас будут решать постоянно. Вы постоянно будете падать на нос. А вот именно содержательно разговаривать между собой. И тогда интересы проявятся вот уже общие. Здесь еще был вопрос. Да, я извиняюсь, вот к предыдущему вопросу девушка спрашивала, как легализовать фактически выборы мэра вот через эту систему и доказать власти, что это действительно реальный выбор людей. Вот если кто здесь был, насколько я понимаю, Рима Белоцерковская вела лекцию по территориальным громадам. Собственно, территориальная громада, которая организуется в Киеве, она и может использовать вот эту систему в
качестве инструмента волеизъявления, потому что территориальная громада прописана в Конституции и наделена самыми большими правами, поскольку только территориальная громада имеет право заниматься местным самоуправлением. Поэтому, как мне кажется, если эти две идеи вместе будут приняты большинством киевлян, ну, в данном случае киевлян, то это будет просто очень большой шаг в становлении гражданского общества. Я немножечко хочу поспорить так наполовинку, потому что эта система все-таки не сделана, чтобы избирать людей. Это не ее компетенция. Ее компетенция именно разговаривать на темы, политические конкретные решения. Избирать людей лучшей системой, в которой действительно можно точно удостоверить, что там не было манипуляций, что выбор прямой, что выбор в секрете. Эта система, она просто умеет другие вещи лучше. Да, у меня такой вопрос. А в Германии эта система у вас работает? И на каких уровнях она работает? То есть какие вопросы решаются с помощью этой системы? До какого уровня наверх она успела дойти? И второй вопрос попозже. Хорошо, в Германии сейчас действуют три модели. Во-первых, эта система используется внутри пиратской партии, чтобы готовить позиции партии, чего мы хотим, с чем мы выходим на выборы. Эта история тяжелая, я в нее не буду вдаваться. Во-вторых, в Берлине мы сидим в администрации, в парламенте, Мы сидим в парламенте, и там берлинским пиратам можно голосовать о бумагах, которые проходят через парламент. И если пираты Берлина за через Liquid Feedback, тогда наши депутаты обещали, что они будут голосовать так же. Эта система пока что работает. Она работает хорошо и привлекает многих, особенно молодых людей, в политику активно. И третье, администрация одной области в Германии, совсем на севере, работает тоже с помощью Liquid Feedback. Просто народ ставит инициативу, мы туда хотим построить качель, мы хотим отремонтировать эту школу и так дальше. И администрация этого слушается. Но это тоже юридически не привязывает никого, это в качестве предложения. Просто в Германии работает другая система – оппортунизм. Наши политики поняли, что если большинство народа за что-то, а они голосуют против, тогда при следующих выборах за них не будут больше голосовать. По-моему, в Украине политикам это еще немножко надо прочувствовать. И еще один вопрос. Теперь уже по поводу Украины. То есть у нас в стране глобальное такое разочарование политическими силами, системами голосования и прочими вещами. И поэтому, когда что-то новое появляется у людей, на 90% все-таки негативное отношение к чему-то новому, потому что, а вдруг и там тоже стоят какие-то лохотроны, еще что-то такое. То есть, как нам привлечь эту систему к такому важному вопросу, скажем, даже выбора мэра? То есть, ничего, ни разу ее не попробовав ни в чем, не получив никакого позитивного результата. Не избирайте мэра. А для начала поставьте каталог. Как мы хотим, чтобы Украина выглядела после того, как все пройдет? Когда мы опять снова сможем пойти домой и спокойно спать, как должна выглядеть Украина? Такой каталог вместе постройте через эту систему. Ломать вы, собственно, ничего не можете, потому что не будете довольны каталогом, не подпишете, а какие проблемы? Но это замечательно, чтобы опробовать, что мы в состоянии вместе решать. Ведь люди, вы построили такую красивую вещь здесь. И сами себе не доверять и постоянно цепляться за кого-то, это вам не поможет. Здесь придется немножко друг другу доверять. Немножко друг другу доверять на почве того, что мы все за то же самое, собственно. Почему же люди сюда выступают, если не чтобы поменять систему? Конкретный совет. Говорите о ней. Используйте это слово так часто, как возможно. Рассказывайте о системе своим друзьям, своим родственникам. Просто повторяйте. Ходите по палаткам, просто рассказывайте про нее, чтобы люди хотя бы краем уха, я это уже когда-то слышал, да. Объясняйте, что эта система открытая. Манипуляция одним просто невозможна, если ее правильно построить. Невозможно.
и сделайте что-то маленькое. Я говорю маленькое в больших кавычках, потому что на самом деле каталог общих требований — это что-то огромное. И вот если это так, это надо пихать снизу. Это нельзя, чтобы кто-то там решил, мы теперь этим пользуемся. Это надо, чтобы люди поняли где-то вот сердцем, чтобы они немножко почитали про это. Надо материалы сделать, флайеры сделать, как это работает, почему это безопасно, почему в этой системе нету власти. Тогда это может получиться. Вы говорили относительно сотен, что это хорошая структура, в которой можно развивать такую систему. Но сотни построены для того, чтобы охранять Майдан тоже, и они подчиняются одному приказу, потому что, аргументируя это том, что если будет вот такая свободная структура, то охранять Майдан будет сложно. Это основной момент, что они... В большинстве сотни не думают, они только, ну, люди в сотнях исполняют приказы сверху. Это очень хороший вопрос. Надо различать, резко различать два момента. Один момент – это самоорганизация. Кто защищает Майдан? Кто строит медицинские центры? Кто готовит еду? Так. Второй момент – это политические требования. Так вот, организация... По большинствам. Мы это пытались сделать в пиратской партии Германии. Это не получается. Организация действительно хорошая, когда вот есть иерархия, понятная. Вот особенно на самообороне, конечно, надо, чтобы были приказы. Но политические требования, вот тут приказы, это опасная вещь. И сотни могут прекрасно работать так, что они слушают своего начальника, когда дело вот идет. Организация, конкретный вот быт здесь. А насчет политических требований, они участвуют в этой системе, и каждый думает сам за себя. Это очень хорошо работает. Причем могут передавать голос. Причем могут же передавать голосы своему начальнику. Пожалуйста. Микрофон. Можете, пожалуйста. Микрофон. Спасибо. Мы понимаем, что не все люди физически присутствуют на Майдане. Те, кто делают что-нибудь для Майдана, эти люди могут быть где-то ездить, где-то в другом месте, в другом городе, даже в другой стране. Тем не менее, они должны каким-то образом принимать участие в формировании каких-то решений. Есть ли у вас опыт присоединения к этой системе людей без присутствия физического тела человека, без прихода в палатку, через СМС, через, я не знаю, и это достаточно анонимные все-таки должны быть. В Фейсбуке там... У нас нет других опытов. У нас как бы единственный опыт — это эта система, работающая децентрально. В пиратской партии она работает на всю Германию. Мы там обсуждаем политические вопросы с людьми, которых мы еще никогда не видели. А ведь это красота в изобретении интернета. Интернет победил пространство. Пространства больше нет. Здесь речь исключительно об информации, а информация не знает пространства и расстояния. Да, можно децентрально. Тут два вопроса. Во-первых, участвовать в системе очень легко. Через интернет, можно через мобильный телефон. Это не проблема. Программа для этого есть. Второе – аккредитация. Я считаю, это можно по-разному решать, но я считаю, что аккредитация должна быть такая, что человек живьем куда-то приходит, говорит: «Здравствуйте, я такой-то, вот мой паспорт, я, пожалуйста, хочу один номер». Это можно решить децентральными просто пунктами аккредитации. То есть, допустим, у меня сидит кто-то в Харькове, сидит кто-то в Льве, и к ним могут приходить люди из тех городов, аккредитироваться, а потом уже, когда у них один раз номер есть, они могут это всюду участвовать. Там вот тоже вопрос. Нет? Ладно, здесь? Можно вопрос такого плана? Вы говорите, что
подобное управление может быть децентрализованное и благодаря тому, что люди просто начнут общаться между собой, абсолютно доверяя друг другу. Они не могут все равно абсолютно доверять друг другу, если внутри них не будет жестко находиться базовые структуры строжайшего исполнения нормативов законов через нормы морали, по которым они будут существовать. Вот эти вот нормы морали сверхжестко выстраиваются внутри них самих оболочек. И только после этого эта оболочка непосредственно, то есть фактически сам человек, может тогда свободно, базируясь на этом строжайшем исполнении внутренних законов, ну то же самое, что внутренняя церковь, точно так же абсолютно свободно доверяя правильности исполнения этих форматов, тогда уже общаться. В противном случае, ваша структура будет планово наполняться несинхронными или имплантируемыми туда лже-компонентами общения, которые... Можно я отвечу? Я поняла мысль, я с удовольствием поспорю, потому что зачем вам нормы, если вы, люди, видите... Единственное, что в системе происходит, у кого-то есть идея. Скажем, эта идея вашим моральным нормам не соответствует, но не голосуйте за нее. И все. Это, понимаете, это не прямая дискуссия, вот диалог, который мы между собой ведем, и я знаю, что вы меня не убьете. В этой системе все, что я могу сказать, это вот у меня идея. А вы можете сказать, она мне нравится, или вы можете сказать, она мне не нравится. Если я буду врать, это очень быстро заметится, особенно по интернету, потому что в интернете, в системе участвует куча людей, все умеют читать, они сразу проверят то, что я сказала, скажут, что это ложь, каждый это может проверить, и моя идея просто не пройдет. Эта система совершенно не боится зла, и она не боится какого-то мусора. Все правильно, но как раз-то и это базируется на строжайшем исполнении внутренних нормативов. Извините, пожалуйста, там за вами еще вопрос, я бы хотела еще дать людям. Владимир, меня зовут. Фамилия Лаченко. Я из Закарпатья. Это самая западная точка на карте Украины. Я 10 лет учился в Германии и знаю немного это право. Да? Гражданский кодекс Федеративной Республики Германии есть в силе со всеми изменениями и дополнениями. Начинается он в силе с 1900 года, подчеркиваю, 1900 год. И я задал себе вопрос, почему такая кодификация, она так долго работает и почему, в принципе, есть только изменения. И ответ я встретил на первых строчках этого свода законов. Он начинается словами, я процитирую по-немецки, может быть, Марина меня поправит, потому что, может быть, где-то я ошибусь в грамматике. Mit Glaube an Gott. С верой в Бога. Он начинается такими словами. Когда мы говорим о содержательности... Секунду. Когда мы говорим о содержательности, потому что Марина много говорила о именно содержательными, о содержательных структурированных вопросах, которые могут задаваться в середине общения, то вот мы уже, история Майдана есть такая, что есть много Майданов, и эти Майданы постоянно повторяются. Вот. В Германии это есть так, что духовный вопрос поставлен на первое место. Вопрос состоит в следующем. Вот это вот общение, о котором вы говорите, структурированное, по моей точке зрения, это есть духовная составляющая, на которой это все должно опираться. Вы, я так понимаю, представитель пиратской партии. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо. Вы поняли вопрос? То есть вопрос, какая духовность в деятельности пиратской партии? Я понимаю, духовная содержательная. Вопрос. Значит, микрофон.
вопрос состоит в следующем. Вопрос духовности в Германии стоит номер один, потому что этими словами начинается гражданский кодекс. Как вы считаете, если мы много можем говорить здесь часами, но для того, чтобы структурированный был этот диалог между людьми, может ли он начинаться именно с вопроса духовности? Гражданский кодекс Германии не начинается с этих слов. На самом деле в Германии совершенно противоположная свобода веры. И вера, и все духовное очень-очень четко отделяется от государства. И это, по-моему, важно, потому что я лично верующий человек. И я вижу так, если в вас Бог есть, то Он в вас и в этой системе автоматически тоже. А если вы не верите, то все равно вы участвуете в этой системе. Вы все равно часть этого общества, и никуда вы отсюда не денетесь. Поэтому я не считаю, что духовный вопрос – это первый вопрос, который надо задавать, когда вопрос стоит, как мы хотим жить. Если большинство согласно, что мы хотим вот жить в вере, мы хотим там соблюдать советы, мы даже хотим, чтобы советы были частью наших законов государственных. Вы это можете решать. Я туда вмешиваться не буду. Но важно, что это не первый вопрос. Он так или иначе будет через вас говорить. Первый вопрос – это вопрос, имеет ли каждый человек право и возможность высказывать свое мнение и находить за своими идеями большинство. Вопросу о фальсификациях, разных верованиях и вопросах. Тут нужно понять, что вот этот инструмент, который позволяет вырабатывать решения, то есть это не инструмент диктата. И точность этого инструмента зависит от того, насколько широко все население страны им пользуется. Поэтому если в этой системе будут представлены православные христиане, разные верования, если в ней будет представлен Запад, Восток, Центр, Юг, если они будут представлены, это будет только лучше работать на систему, потому что в системе смогут тогда обсуждаться более объективно все вопросы. Если человек с Востока Украины или христианин поднимает какой-то вопрос, то человек мусульманин, иудей или живущий на другой территории с другой историей, он сможет скорректировать предложенное решение. И чем больше здесь будет представлено население, тем это будет эффективнее и более принято. Это диалог. Все, давайте. Барахлыч. Добре. Питання. У вас питання? Будь ласка, мікрофон. Бажаємо зараз. Добрий день, Щирин Юрій, Народна лабораторія. Скажіть, будь ласка, ви українську розумієте? Да, скажіть, будь ласка, от вопрос категоризации участников системы. То есть если эксперт один в системе там 3 года, 5 лет, и он уже имеет опыт, и человек, который только пришел, только подключился к системе, они имеют разный уровень контрибуции в системе, да, разную экспертизу. Нет прецедента, что его голос важнее, чем голос того, кто неопытный, который не в теме по каких-то инициативах, либо вопросах в системе? Нет, такого прецедента нету. То есть, конечно, есть какая-то естественная... микрофон хуже. Есть какой-то естественный процесс, что те люди, которые дольше в системе, которые собрали больше доверия людей, вот люди видели, как они голосовали, какое у них политическое мнение, конечно, они к себе тянут больше голосов. Но я скажу противный пример, что я пришла в пиратскую партию в 2009 году, и я была новичком. Я там выступила на собрании и ничего не ожидала, а они меня вдруг избрали на борт. Руководительство партии, короче. И это было совершенно спонтанно, и они мне вдруг начали доверять. И были под конец результатом достаточно довольны. Я
понимаю это так, что эта система, с одной стороны, конечно, где-то строит на доверии, а доверие где-то строится через время, но с другой стороны, эта система открытая достаточно, что когда приходит человек, у которого идеи, которые нравятся, она их пропускает. И это вот самое важное. Я бы, с вашего позволения, хотела бы закрыть, потому что я очень устала. Спасибо большое. Мы вас сильно помучили. Что-что? Система есть. Система... Здесь, в первом ряду, сидят два парня, не напротив. У них контакты. К ним, пожалуйста, обращайтесь, и у них есть софтвер. Давайте... Та идея, которую я... Марина, спасибо огромное. Давайте еще раз... Поблагодарим за... Это тот опыт, который нужно перенимать. Спасибо большое. Та идея, о которой я говорил в самом начале, что мечта — это взять и попробовать провести выборы в мэра Киева таким образом. Я так понимаю, что у нас есть люди, которые готовы собирать команду. Нет? Давайте. Я на самом деле не планировал выступать. Но, в принципе, на данный момент уже как минимум месяц идет обкатка этого программного обеспечения. Оно было изначально только на немецком и английском языках. На данный момент полностью есть перевод системы на русский язык. И довольно большая часть системы переведена на украинский язык. То есть, по сути, можно уже всем желающим, по крайней мере, в тестовом режиме, системой пытаться пользоваться. Какие-то минимальные тестовые вопросы решать, минимальное понятие иметь. Поэтому, если кого-то интересует, можете подойти ко мне, и мы потом, возможно, как-то уже будем дальше продолжать. Вот. Можно, в общем-то, договориться следующим образом. Если кто присутствует довольно продолжительное время на Майдане, мы можем попробовать через IT-NAMED сконтактировать. Я могу оставить там все необходимые контакты, там электронные, телефон и так далее. И таким образом, собственно, те, у кого нету компьютеров, как одна из идей, попытаться продвигать эту систему через те компьютеры, которые стоят в IT-NAMED, чтобы люди могли прийти на определенное время, познакомиться с системой, зарегистрироваться, посмотреть, как она работает. Может, вы все-таки контакты оставите, объявите их? Что-то мне... Или напишите. Я еще раз говорю, я не могу официально представлять там IT-NAMED или то сообщество, которое занимается системой. Я могу, кто ко мне подойдет, потом в частном порядке оставить мои личные координаты. Вот, и я потом этот вопрос передам в то сообщество, которое занимается этим вопросом. И мы уже как-то организуем группу от Майдана, которая хочет участвовать в этом вопросе. Есть открытая страница в Фейсбуке, там можно будет Значит, если кто-то пользуется Фейсбуком, то в Фейсбуке есть специальная группа, называется Liquid Feedback UA. Значит, сейчас оставим координаты. То есть в этой группе, в общем-то, находятся те специалисты, которые занимаются системой, ее локализацией. Вот, то есть она узкоспециализированная. Но для тех, кто хочет участвовать в системе, я думаю, просто сделаем дополнительную группу, куда люди смогут объединяться и обсуждать вопросы работы в системе. По поводу использования этой системы в каких-то территориальных единицах, это не проблема, можно обращаться, вы можете ко мне непосредственно обратиться. Вот. Меня зовут Евгений Вандюк. Телефон? Хорошо, всем желающим запишите телефон. Я просто не могу гарантировать, что в любое время суток я могу ответить на звонки, если их будет очень много.
Но те, кто очень хочет, запишите телефон. 093-325-06-29. Евгений Бангут. То есть система больших требований к компьютеру она, в общем-то, не имеет. Но пока процесс ее установки достаточно нетривиален. Поэтому есть уже ряд тестовых серверов, которые можно использовать, и в этих тестовых серверах можно делать рабочие группы для любой так называемой спильноты сообщества. То есть если есть сообщество там, в какой-то области или районе, которое хочет пользоваться этой системой, сообщайте нам, мы в этой системе уже работающей, которая постоянно усовершенствуется. Можем открыть группу, зарегистрировать людей, которые уже смогут начать пользоваться системой. Ви наводили аналог з територіальними громадами. Ви якісь кроки робили в напрямку співпраці чи організації таких речей? К сожалению, я персонально не имел возможности пока с Риммой Белоцерковской глубоко пообщаться по этому вопросу, но как бы я понимаю, что эти вопросы непосредственно связаны. То есть, по сути, территориальные громады – это те сообщества жителей определенных каких-то территорий, которые должны решать свои вопросы самоуправления. То есть, вот как говорила Марина, это там отремонтировать школу, там садик, что-то сделать, там отремонтировать дорогу. Собственно, эти вопросы перекликаются. Я непосредственно глубоко этой темой не занимался, но по тому, что я читаю, я вижу, что это темы очень тесно связанные, и я думаю, что в дальнейшем мы будем больше общаться, и если есть уже реализованные вот, устоявшиеся территориальные громады, то мы будем только рады наладить сотрудничество, потому что это ну, взаимосвязанные тесно. Можно еще буквально небольшой комментарий, я влез на правах администратора. Значит, мы конкретно внедрили эту систему на громадской раде Майдана. Вот. Есть такой координационный орган между разными гражданскими инициативами. У нас есть какой-то опыт. Да? То есть я не могу сказать, что он там очень хороший или очень плохой. Вот мы просто внедрили. С чем я просто, зачем, почему об этом хочу сказать, да? Предупредить с теми проблемами, вот, которыми мы уже столкнулись. Значит, есть достаточно большое количество людей в возрасте, которые не понимают, как это все работает. Они приезжают с планшетами, ну реально, но они даже не понимают, как работают планшеты. Поэтому просто здесь нужно понять, что нужно вдвое больше энергии для того, чтобы пройти по таким людям и научить их, ну, неким базовым основам вот, компьютерной грамотности. Вот, это сейчас, да, это нужно учитывать. Вопрос к разработчикам тоже у меня был, мне кажется, там надо крепко поработать с юзабилити. Потому что на сегодня эта система, ну, айтишная, написанная и удобная для айтишников. То есть люди, ну, там не очень простой поиск, не очень простая навигация по интерфейсу. Мне кажется, что там, ну, есть куда развиваться. На самом деле это здорово, да, потому что когда что-то делаешь своими руками, оно потом становится твое, вот, и ты это уже свое используешь. Вот. Ну и нужно какое-то терпение, да, определенное, потому что все-таки мы просто громадскую раду Майдана мы пересаживали на эту систему и до сих пор пересаживаем, мы уже где-то недели три. То есть параллельно идет принятие, ну мы голосуем там, что очень удобно этой системой проводить, да, вот хочется принять какое-то звернення от громадской рады Майдана. В громадскую раду Майдана входит больше там 120 организаций. Каждая организация начинает говорить, ой, мы такое не можем подписать, потому что здесь вот это. А мы вот подписали бы, но вот нам надо, чтобы вот это еще было дописано. Это очень удобно этой системой прокручивать и потом точно так же голосовать. Да? Но вот многие вопросы сейчас на ГРМе голосуются параллельно. То есть они идут и в офлайновом режиме, и в онлайновом режиме. Мне кажется, что ну, если еще в рабочем режиме никуда не торопиться там месяцок, то полностью все переедет на онлайн. Надо просто понимать, что система требует... Любая система, любая системная логика, она требует какого-то времени на ее понимание. У нас есть идея, опять же, ребята, можем поговорить, да, наверное, в ОСББ
эта система принятия решений была бы очень адекватна и уместна, потому что вопрос был про село, да? То есть, мне кажется, ну, логика такая же. Потому что проблема в ОСББ, да? То есть собрать собрание жильцов и о чем-то поговорить, вот это капец проблема. Если эти жильцы могут в онлайне, да, там, в удобное для себя время, что-то или проголосовать, или поддержать, или передать, делегировать голос, ну, то это всем было бы удобно, да? Вот, поэтому элементов, где ее внедрять, реально много. Давайте пробовать. Я с удовольствием отвечу на все вопросы, если можно, наверное, уже в куларах, потому что есть... У нас есть наступный спикер. Так, и мой коллега Остап объявить, представить нашего доброго Владислава. Товариство, отже, перед